Так, привет всем, это второй день. Мы будем сейчас проходить дальше историю о Максе Пейне. Всем привет, кто смотрит эту запись. Всем привет, кто смотрит в прямом эфире. Музычка клёвая. Билеты нельзя купить, все куда-то... Ой. Тебя куда-то свалили. Я тут только что понял, что тут... А, нет, присесть можно. Мне казалось, нельзя присесть. Убить ублюдка! На. Бля, пипец. Пипец, они с такого расстояния ваншотают просто. Что тут у нас? Обезболивающее. Куча патронов. Кто-то кашляет. На. Вот почему, бля? Пипец, да? Ваншоты лютые. Бля, я не сохранился. Зомби. Чего зомбис? Дембус. From outer space. Какие-то страсти нарисованы кровью, разбитое сердце. Видимо, его бросила девушка. Нарисовал звездочки в его голове после расставания с его любимой девушкой. По телеку ничего нет, даже видак не работает. Можно посидеть на диване, почитать книжку. Где она? Выкатился мужик, а мы его с дробаша. Классные перекаты он сделал, но они ему и не помогли. Потому что здесь Макс Пейн. И у меня осталось совсем немного жизни. Тут, короче, просто банки с пивом выглядят как обезболивающие. Обезболивающие выглядят как банки с пивом. Тут иногда очень сложно. Тут можно врубить фейерверк, смотри. Тю-тю-тю-тю. Все, закончил свою речь. Блин, фига не сразу меня сходу, бля. Сейчас мы их коктейли Молотова поджарим. На! Пипец, я только вошел, у меня уже ваншот. Хоба. Хоба. Смотри. Хоба. Кидай. Хоба. Кидай. Хоба. И потом... получай. Не попал. В башку. Здесь серт игла. Мяу. Пяу. Контрольный в жопу. Сейчас спрячемся здесь. Почему музычка прекратилась? Она очень добавляла атмосферы. На, не ожидали, да, ублюдки? А я тут с двух пистолетов вас. Блин, он пипец большой. Так, ну-ка, подлей мне чайку. Пошел ты нахер, козел, мой стрим. Чё хочу, то и делаю, бля. Поговори мне тут, а? Так, сохранились? Бля, пипец. Обычно такая, это, заставочка, типа, замедленная. Когда уже всех убили, а тут еще стрелять. Я уже расслабился. Тут, кстати, ваншоты есть, если что. В первой части ваншоты сохранены. Так что... Бля, я упал! Ходить по тонкому карнизу, блин, в таких играх, это просто... Это нечто, потому что... Сделаем хайлайты. Пдумч. Сейчас... Сейчас, блин. Смотри. Пдумч. Давай. Ну где? Звуки... Я сделаю хайлайты. Видел, да, как я умею? Choosers of the slain. Так, вот так. Вот так и все. Блин, нет! Не задело. Кость не задета, отлично. Так, куда ты побежал-то, а?
козел, к своим дружкам, педикам. Че ты думаешь, такой крутой, да? С Ингрэмом тут? Я тебе с двух берет уложу. Мне, пожалуйста, двойной Ингрэм. С этим пирожным. Джек Люпина был самым настоящим сумасшедшим. Стол был испещрен. Да он сошел с ума. Да он выжил из ума. Посмотрите. Да он сумасшедший. Орет что-то там. О, разорался-то. Волк, блин, хренов. Давай своих. Бля, нифига не. Нифига не. Погнали. Блин. Там чувак. Фига, блин. Пипец. Сейчас мы его обезоружим. Тихо. Ближе. Отлично, прям башку. Стоять! Стоять! Давай. Стою. Сейчас смотри, лайфхак. Смотри. Видишь башку, да? Сейчас мы его... Смотри, смотри, смотри. Блин, не попасть. О, все. Видел, как надо, да? Люпина, давай. Ты где? Я пока в твоей крови девственницы скупаюсь. Пока ты там где-то шляешься. Смотри, Люпина, я в твоем бассейне купаюсь. Вот так я мочу боссов, понятно? Блин, вот это, ненавижу вот эту... вот эти части игры, где надо его в снах ходить. Меня не бесит. Я помню, в детстве проходил этот момент уже... Хрен знает, сколько... А-а-а, вот, смотри! Фига! Сейчас, сейчас, они зайдут, я... смотри, стоят! Хорошо баги использовать в такие моменты. Так. Мясо. Фига он в углу, блин, засел. Педрильня, блин. Можно так. Как будто по деревяшке долбишь. Мода экспресс. Second set, second hand, что ли? Clauses company. Мода экспресс. Ликорс. 5-5-5-18. Классно их разложил, а? Чувак растянул свои штаны, блин. Замочил в сортире. В баре отеля было... Бля... Было тихо. Тире-де! Тире-тире! Тире-де! Смотри. Тире-де! Тире-де! Бля, меня сразу, блин... Конечно, ёб... Бля... Пипец они, блин... Вот это мне нравится, когда они друг друга мочат. Блин, они сразу близко. Отлично, отлично. Полдела сделано. А теперь врываемся. Блин, ворвался. Блин, ну смотри, он с одного удара. Блин! Во, нормально, нормально. Во, все, разделались. Смотри, как классно. На!
Блин, ну почему он не сдох? Да почему я его вплотную стрелял? Сейчас он кинет грант, да? Я угадал. Блин! Фига он докинул, говнюк. На. Все, все потратил. Все очки булит тайма потратил. Зато защитил свое очко. Не задел. Фига он, блин! Я не сохранился, блин. Твари! Ха-ха-ха, подорвался, да? Ублюдок. Вплотную стрельнул, смотри. Смотри. Ио! Смотри. Что это, чёрт? Они бегут. Они не понимают, что это так. Что же не так? А вот сейчас... Бля, пипец. Ну все. Я вместо сохранения. Я здесь загрузки нажал сохранение. Смотри. Бля, пипец. Хорошо, что тут есть вот сохранения другие. К счастью, оказались. А то я помню, так переигрывал всю игру. Вот в этом моменте, короче, я проходил его несколько дней. Я такой, ну... Не знал, что делать. Ну, открыл я здесь. Взял патроны. И такой, ну и что делать? Здесь тупик. Здесь тупик. Здесь, это, типа... Открытые эти вот... Баржи какая-то. Все, больше нет, некуда идти. Только я потом понял, что надо вот... Здесь надо эту херню выбить. Как об этом догадаться? Так, раскидал, понятно? А ты говоришь, сейчас будешь сам играть. Да ёбана! Педрила, блин. Он меня может через стенку, а я его не могу. Ну, это поправимо. А, нет, ты. Во, смотри. Сейчас мы с ним встретимся. На перекрестке из семи дорог. Сейчас я прибегу, пацаны, погодите. Получай в башку с лету вообще. Красавчик. Устроили тут педрильню. Козлы вонючие. Давай, подходи под... Ты как тут... Козёл, а? Смотри. Бля. Так, из такого, из такой дали он с дробовика мне прямо в башку. Это просто. Это, бля, ну вы, ребята, даете. Просто пипец. Как можно так делать игру? Пипец, он стреляет, блин, попадает мне прямо в голову. Я балдею. Козёл вонючий. Блин. А этот чувак вообще через железную, блядь, через железную дверь меня замочил. Серьезно? Серьезно? Смотри. Я вас двери вообще ничего не значит, да? Мудило. Хотите гранаты, да? Хотите гранаты? Да на. Пидрила. На еще одну. Все, сейчас будет тот чел. Он лютый пипец. 3, 2, 1. Получай, пида, сволочь, бань. Дыд,
Пипец, он в одной, блин, майке стоит. Смотри, куда он руку держит. Перед смертью подрочил. На всякий случай. Картина какая-то. Шампанское. Кто, блин, здравый уме может повесить картину с шампанским? О, классное это вино. Плоское. Пипец, смотри. Опа. Ха! Вот эти глюки поприятнее, чем те. Те вообще мне не нравились. Макс? Если хоть понятно, куда идти. Макс, это ты? Макс, где ты? Я здесь. Отзовись, пожалуйста. Я здесь. А вот тут надо прыгнуть, чтобы попасть на это. Макс, нет. Убийца, ты убил ее. Сам в себя стреляешь. Получай. Макс в пиджаке. Практически последняя уже глава осталась. Ну и пройдем ее потом. Оставим на потом. Сейчас я слишком устал, я ухожу. Все, пока.